Ребята за компьютерами создают видеопослание инопланетянам. Оценивать его будут за оригинальный сюжет, качество и использование разных технологий. Это одно из заданий фестиваля «Компьютерная страна». Его тема в этом году – космос. Участники съехались со всей России и ближнего зарубежья. Это педагоги и школьники, увлеченные информатикой. Заявок пришло более 300. Отбор достаточно строгий. В жюри, в общем-то, компетентные представители вузов, представители IT-компаний участвуют в оценке работ. И уже лучшие из лучших у нас доходят до очного тура, соревнуются здесь. Это и компьютерная графика, и компьютерная музыка, и веб-мастеринг, и программирование. Это один из старейших подобных фестивалей. Он существует уже 21 год. Здесь талантливые программисты, дизайнеры, веб-мастера могут себя показать и на других посмотреть. Именно за творческую атмосферу и полюбился фестиваль. Больше всего нравится атмосфера товарищества. Очень много интересных участников, интересных людей собирается. Постоянно обмениваемся опытом, создаем что-то новое, и это интересно. Отдельная программа предусмотрена для педагогов. На мастер-классах они расскажут о своем опыте работы с робототехникой, искусственным интеллектом, лазерными шахматами и новыми методами обучения информатики. Валерия Макарова, Константин Головин. События.